Давайте опять потратим ресурсики на испытание выжившего. Что у нас тут происходит? 6-1 за второе место. Вот за него мы быстрее всего и будем бороться. Что мы будем изучать? Мы будем изучать очередь похода в третью. Сколько у нас там? Надо посмотреть, сколько у нас там есть ускорений. Ускорений у нас тут немного. Так, 20 часов, поехали. Вот, тут уже патрончики пошли, но, в принципе, терпимо, да, как бы достаточно недорого еще. Помидорки, надо за помидорки все изучать. 14 часов, все, ускорения заканчиваются. Так, наизучали мы тут немножечко, давайте посмотрим, что мы тут наизучали. Ого, сразу 3,9, ничего себе. Вот это серьезно. А надо чуть больше, значит, сделаем плюс 1. Какую-нибудь защиту снайперов давайте изучим. Помидорки закончились. Давайте вот это вот изучим, посмотрим, сколько у нас там станет. Вот, 4,4. 4,4, и плюсом у меня есть в запасе вот такая одна штукенция. Базовое сражение, вот это вот хочу изучить. Она мне сразу же даст 1 300 000, 1 200 000, плюсом 1 400 000 за прокачку 7-8. Итого 2,6. А у нас сейчас 4,4, у меня станет 7. Вообще пушка. Для второго места достаточно, за первое я что-то не вижу смысла особого влетать. Но хотя, может быть, и влетим, что там миллиончик, это плюс 2 исследования. Подумаем. Подумаем, будем мы летать или нет, а пока мы ее запустим. Базовое сражение, стойкость, да, 9,5 миллионов, но это реально нужная вещь, которая мне сэкономит в дальнейшем бойцов. Кстати, я вот опять изучаю, и опять я забыл, надо снять с этого. Вот с нее снять снаряжение, снять, и деть вот на вот этого. Ой, на вот этого. Бабах! Почему-то я все время об этом забываю. Меня это немножечко раздражает. Смотрите, вот по вот этой причине я и не люблю начинать раньше, чем за 10 минут. Вот он за... Там оставалось что-то 13 или 12 минут, ДМС Чарли раз и вылетел вперед. Вот видите, как неудобно получилось. Ну, конечно, 10 миллионов я сейчас пока не готов тратить, потому что у меня с ресурсами бардак полный. Поэтому мы будем занимать хотя бы третье место. Поехали, 6,3 миллиона, мне надо около 2 миллионов. Наука, ускорить. Оп. Так, посмотрим, что у нас там стало. 5,300. А было 4,500, да? Ну, в принципе, одно изучение. Ну, изучение. Что мы будем изучать? Что-нибудь типа вот этой атаки снайперов, да? Дороговато. Атака снайперов не дешевенькая. Лучше вот эту изучить. Так, сколько у нас там по времени остается? 58 секунд. 5,3 миллиона. Ну, давайте изучим, чтобы был, скажем так, маневр для действий. Это, да, с водичкой. Так, смотрим, сколько у нас там стало. Опа, 6,1. Значит, нам что нужно? Давайте какое-нибудь обучение снайперов вот это вот изучим. Все. Помощь ускорить, использовать. Исследование, помощь ускорить, использовать. Еще ускорить, использовать. Они выжившие 15 секунд. О, 6,3 миллиона, отлично. Просто смысл сейчас еще там тратить 3,5 миллиона, и то, если он будет с нами бороться, я вообще не вижу в этом смысла, мы можем еще и проиграть. Поэтому мы спокойненько третье место заберем. Самое главное, что мы сейчас забрали 3 сундука. А 3 сундука, как вы знаете, это тоже не... Сейчас не могу посмотреть, да? Ну, вы сами знаете, там по 2 миллиона ресурсов и всего остального, поэтому мы... Вот по такому принципу работаем, что мы не тратим. Вот сюда вот можно будет потратить 1,09, да, пускай изучается до завтра по-любому. По-любому, тут вода, блин, что-нибудь без воды бы. Вот это да, без воды можно вот, кстати, вот это 8,7. Это более 21. Да, вот это изучим, пускай оно тут стоит, изучается, никому не мешает. Все.
Будем ждать следующий ивент.